Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников, скульпторов, их автобиографии Висенте Ромеро Редондо. Испанский художник, фигуративист, педагог, наиболее известный своими пастельными изображениями грациозных девушек в моменты уединения в романтической обстановке, облаченных в изысканную одежду. Я цитирую переводную Википедию. Его творчество получило высокую оценку за то, что оно придает редкую красоту и безмятежность, сохраняя при этом яркое сияние, характерное для искусства местных средиземноморских мастеров. Творчество Ромеро Редондо с почетом выставлялось по всей Европе и за ее пределами. Родился в Мадриде в 1956 году. Выросший в семье, любящий искусство, Ромеро Редондо рано заинтересовался рисованием в школе. В 19 лет он поступил на факультет изящных искусств в Мадриде, где в 1982 году получил лицензию по специальности скульптура. В течение нескольких лет работал уличным портретистом, кочевником в прибрежных районах Испанского полуострова и островов, одновременно самообучаясь и развивая свои навыки пластического выражения, пока, наконец, не выбрал пастель в качестве своей самой любимой среды. Считающий мастером пастели Ромеро Редондо недавно был отмечен в качестве специального гостя на международных мероприятиях по пастели во Франции, Турции и на Филиппинах. Помимо Испании, его работы выставлялись во многих других странах, включая Италию, Россию, США, Тайвань и Китай. Общество пастели «Виктория Австралия» посвятило свою обложку произведению Ромеро Редондо, назвав его превосходным испанским художником красоты и света. Был активным педагогом, руководил художественными мастерскими во многих городах мира. Художник признал, что его картины пытаются создать иллюзию неожиданности украденного момента близости. Но так вкратце о испанском художнике, фигуративисте, педагоге Висенте Ромеро Редондо. Данные из Википедии переводной. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.